Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Все-таки я хочу добраться до 32 ранга. Будем опять же продолжать играть за ржавый разряд. Надеюсь, у нас не будет никаких вылетов. Или как у меня тут недавно писали, нету связи с интернетом. Не знаю, ребята, что за баги, лаги, глюки. Называй как хочешь, но это все мне мешало играть. Так, ну что, травяной кулак, в принципе, ребята. Кстати, вот этого, наверное, мы тоже оставим. Колдуна. Чтобы он нам все карточки приумножил на 1 плюс 1. Но 5 он стоит энергии, а сам по себе всего лишь будет 3-3. Так, ну что, Бонгчой, какой у него ранг там? 33-й, и это у нас Лиши Чи. Вот как его увеличать. Я жду. Я жду, Бонгчой. Что-то он задумался. Надеюсь, никаких проблем не будет с вылетами и тому подобное. Окей. Пропускаем ход. Ждем. Слушай, ничего не стал выставлять. Странно. Бонгчой, ты меня пугаешь. Ты меня пугаешь. Что же ты задумал? Слушай, если мы сейчас с тобой, наверное, сделаем, знаешь как? Поставим спортсмена. Или лучше нам вот так сделать. Хобана. Вопрос, конечно, интересный. Давай я все-таки сделаю вот так. Карточка. Оу. Слушай, ну вот это шикарно, что она выпадает еще и страж. Я, наверное, пока не буду его юзать. Придержим. А вот это интересно. О, даже как ты делаешь. Даже немножечко забавно. Даже немножечко забавно. Мы можем его через валун потом наказать, в принципе, да? Ага. Слушай, тебе это ничего не напоминает, а? Я уже, по-моему, это видел. Я уже вот это все видел. Что у него там будет? Груша, да? По-моему, насколько я помню. Ну, давай-ка вот так сделаем. Что он будет сейчас предпринимать? Ох ты, у него есть, чтобы уничтожить надгробие. Ты гляди-ка. Ха. Ладно. Вон, так, секундочку. Вот это вот. Блин. Давай, наверное, сделаем вот так. Шваркнем этого хлыща. Вот так вот. Ну и приступим уже, как говорится, к своим делам. Окей. Так, следующий я сделаю, наверное, вот так. Вот так. И вот так. Хочу посмотреть, что он будет делать. Так, у нас есть с тобой вирус. Сможем заюзать, но я, скорее всего, наверное, буду юзать вот этого вот мага. Ох ты, звездочку он поставил, да? Он поставил здесь звездочку, то есть... Ну, здесь у нас, сам видишь, срабатывает защита. Погнали. Хочу посмотреть, что он дальше будет делать. Опа, грибочек. Прокачивать будет звездочку эту. Прокачивать он будет эту звездочку. Поехали. Так, здесь минус. Минус. Так, допустим. Что он будет, интересно, делать дальше, а? Как вот ты думаешь? Я надеюсь, у него никакой там бонусной атаки нету. А то было бы не очень приятно. Неуязвимо сделает. Ха-ха. Допустим. И бонусная атака, ты прикинь?
Нормально, да, так влепил? Хорошо, хмырь. Мы сделаем с тобой вот так вот. И раздавим ее к ядрене фени. Так, ну что, защита срабатывает? Почему? А, у него мишень, ребята, конечно же. Конечно же, у него мишень. Угу. Давай сделай вот так. Хлыщ. Нифига у него могила ядов, ты заметь. А если я сделаю вот так? Опачки. Опачки. Что у нас тут, ребята, получается-то? Тыдыч. Окей. Весело, весело. Так, ну что, мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. И вот так. Уничтожать надгробие, уничтожай. Фига он там надгробие набрал целую кучу. Ну, допустим. Что дальше? Ох ты, ох ты. Ну, это нормально, ребят. Это все даже очень хорошо. А я сделаю вот так вот. С вашего, так сказать, позволения. Опа-на. Погнали. Этот мне вреда не причинит. Замечательно. Ну что, испытаем, есть ли у него еще надгробие или же нету. Проверим. Прикинь, сейчас еще один могилоед. Вот я буду в шоке. Ну что ты там, Бонгчой, замечтался. В любом случае, кого бы он сейчас не поставил, мы с тобой будем защищены. Ну, во-первых, у нас с тобой здесь неуязвимка. Она, естественно, распространяется на нашего вот этого вот стража, который, в свою очередь, ну, не позволит нам получить урон. Только бы у него не было могилоеда. Тогда мне придется сюда ставить защиту. Так, а Бонгчу это, походу, дело сфейлился, я смотрю, да? Вот он зря начал выпендриваться, когда выставлял могилоедов, как говорится, с пользой и без пользы. Просто начал их выставлять. Так бы он мог спокойненько сейчас их уничтожать. Ну что ж, надеюсь, это не мое ожидание, а его ожидание. А то сейчас, прикинь, опять фейл получим. Не хотелось бы мне этого. Соперник отключился. Все, ребята. Ну, как сказать, халявная победа. Не сказать, что халявная. Все-таки пришлось немножко здесь потрудиться, постараться. Так что нормуль. Но вот эта вот задержка. Блин. Что с игрой происходит? Вот объясните мне, что это за задержка? Раньше не было такого вот бреда, как сейчас. Какие-то задумки, что-то там думает, пока переключится. Раньше все, выиграл, сразу переходим, да? Сейчас какие-то темные экраны. Так, друзья мои, что же нам тут оставить и что же взять? Хм. Даже я... Блин, ладно, оставим так. Вирус. Так, плюс у нас... Давай сразу до третьего хода я поставлю вот этого вот паренька и успокоимся уже. Два вируса выпало мне. Два. Что-то у него есть. Есть что-то опасное. Да? Я чую, что у тебя что-то, парень, есть. Какой-нибудь орех или еще что-нибудь. Или молоточек. Вот он как делает. Неужели он хочет, ребята, вот на этих, на прочерках сыграть? Угу. Похоже на то. Похоже на то. Давай сделаю вот так вот, фиг с ним. Будем потихоньку прокачиваться. Если, конечно, он сейчас не уничтожит. О, как делает. Окей,
Погнали. Опа. Так, идем пока на равных. Четенько. Давай-ка вот так сделаем. Посмотрим дальше. Кукурузка. И в кого? Ой, надо же. Ой, напугало-то, ё-моё. А, вот это вот напугало. Вот это напугало, гадюка. Так, ну что, 12, и у нас 12, да? Окей. Блин, слушай, я, наверное, сделаю 3 и 3. Я вот так вот сделаю. Я хочу прокачать нашего спортсмена. Этот орех я сейчас уничтожу. Это все мне не страшно. Хиляется. Хиляется, друзья мои. Что тогда делать нам придется? Вирус, наверное, поставим тогда уж. Ну да, давай сделаем вирус. Раз уж такая плясочка, поехали. Да иди ты в пень, у него еще и это, а. Ну ты посмотри. Что он там, орех влепит сейчас? Сюда, да? Он может такой заклепать. Ну что он завис-то? Я надеюсь, это не у меня там проблемы опять с соединением. Не дай боже, а. Потому что он не может вот так вот просто тупо взять карточку и зависнуть. Похоже, ребята, действительно что-то с игрой творится не то. Ну ты посмотри, вот, вот. Вот сейчас вот в данный момент все должно было быстренько взять, перейти, и никаких проблем. Но мы зависли. И проходит сколько-то секунд, только после этого нас выкидывает. Раньше такого не было. И где? А где мои звезды? Мне что, не надо, что ли, этот? Это который мы уже с тобой второй поединок выигрываем, и мне не дают звезды, ты прикинь. Это борзость, друзья мои, это просто борзость. Я не знаю, я, конечно, попробую поставить ее потом на еще один эмулятор, на второй. Если там также будет повторяться, то я умываю руки. Так, что у нас здесь? Ну ладно, я оставлю одни заклинашки, прикинь. Одни заклинашки. Против розы заклинашками, конечно, драться это себе дороже. Ха, вылез, да? Иди отсюда. Как вылез, так и залез. Может быть, он меня проверял, а? Тут он уже не стал ничего делать. Странно. Блин, если мы с тобой вот эту вот поставим, это будет хорошо. Он же не сможет, по-моему, применить заклинание, насколько я помню, да? Если только заморозить. Опа. Гляди-ка, что вытворяет. Допустим. Так, он ему дает энергию дополнительную, но мы с тобой сделаем вот так. Зачем я сюда-то поставил? Скажи-ка мне на милость. Нафига? С прочерком еще, да? С прочерком. Блин, куда делать? Давай, наверное, вот этого сюда поставим, да? Так, секундочку. И вот так. Поехали. Так. Да, звездюлей, конечно, получаем чутка. Ну, это не страшно. Энергию прихватил, да, гаденыш? Давай-ка вот так вот я сделаю. Ага, роза, да? Так, ну что мы с тобой можем здесь сделать?
Этого бомбанем, этого бомбанем. Ну, я так понимаю, вот так вот можно, в принципе, заклепать. Погнали. Так, минус. Отлично. Так, приумножаем наши карты. Замечательно. Так, ну что, я выставляю, наверное, вот так. Он может сейчас превратить его в любую фигню. В козла даже может превратить. Так что посмотрим сейчас, что будет. Ну а если он этого не сделает? Блин, у меня карт, видишь, мало. Видишь, в козла все-таки решил превратить. Тратится на хорошую карту. Окей. Ну это фигня. Это фигня. Этот хлыщ мне не страшен. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Да и, наверное, еще вот так вот. Погнали. Так, пятерочка. И у него остается 6 хп. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Давай я поставлю вот так. И, наверное, вот так. Так, у него есть что там? Превратить в любого, да? Шесть хп остается у него. То есть удар делаем. Соответственно, у нас что получается? Срабатывает защита у Розы. Короче, надо смотреть, что он будет выставлять сейчас. Пока неопределенная у него колода. Видишь, уничтожает зомби. Так, дальше что поставит? Угу. Хочет хильнуться. Ладно, погнали. Ну, это предсказуемо было. Сейчас может превратить кого-то в кого-то. Ну давай уже не томи, ё-моё. О, как делает. Окей. Этот мне даст возможность прокачаться. Давай, маленький спортсмен, прокачивай. Спасибочки. Теперь делаем вот так. Может быть, конечно, я и зря так сделал, потому что нам бы... Наверное, вирус бы лучше здесь помог. Ух ты. И что? Что ты сделал вот этим подсолнухом? Ну, я понимаю, ты укрылся от удара. А дальше-то что? Роза, хорош тупить. Давай ходи. По-моему, сдулась она. Нет, нет, ребят, не сдулась нифига. Заморозка. Заморозка козла. Угу. Вот даже как. Поехали. Этот-то у нас идет как спортсмен. Сейчас он прокачается. Угу. И делаем вот так с тобой. Эх, уничтожает зомби. Короче, он допрыгался. Все, он сдался. Какой ранг я забыл посмотреть у нашего противника был? А, 31-й. 31-й ранг. Ну что, мне опять не дадут звезд, я так понимаю, да? Друзья, ну это фигня полная. Я что, блин, за просто так, что ли, собираюсь драться? Я играю на рейтингах. Ну что это за бред? Слушай, давай-ка я, наверное, сейчас остановлюсь и попробую поставить на другой эмулятор и
поиграем. Что-то тут бред. Извини меня, уже третья победа, а у меня как было 3-5, так и осталось. Так, друзья мои, я не знаю, что происходит. Короче, я попробовал на том эмуляторе, на втором. Там невозможные были фризы. Короче, я проиграл, я сдался, я вышел оттуда, да? Запустил на этом эмуляторе. Тут у меня появился черный экран. Во время битвы я опять вышел. И теперь у меня 1-5. Нормально? Значит, победы мне не присваивали, а отнять они у меня отняли. Зашибись. Все, что я набивал. Я не знаю, что с игрой происходит. Что за бредятина полная? То интернета нет, то еще какие-то лаги, то баги, то черный экран. То битва идет, я ничего не вижу даже, что там происходит. Ты понимаешь, в чем дело? То победы не присваивают. Офигеть. Ребят, напишите в комментариях, если кто играет в нее, у вас так же или это у меня такие, блин, прибамбасы, я не пойму. Раньше все было отлично, никаких вообще был, нюансов не было. Все было четко, как по маслу. Блин, это считай, что я с нуля начал. 1-5, зашибись. Сейчас мы с тобой тут на 3 часа, блин, растянем. Давай, Орех, не компенсируй мне мозг, пожалуйста. И так не в духе я. Начинает там сопли жевать. Все, началось. Я ненавижу, ребята, таких. Twisted Rabbit. Вот, ставь свой орех плешивый. Все, и возрадуйся. Потому что мне нечего поставить пока. Ждем. Ждем, ребята, нормальные карты. Надеюсь, мне что-нибудь выпадет. Кого он там за этот орех поставит, я не знаю. Так, мне вот это совсем уже не нравится. Опа. А вот это, ребят, хорошо. Сейчас мы от этих орешков-то и избавимся с тобой. Пшикнем. Да? Так, 4. Давай-ка я сделаю, наверное, вот таким вот образом. Ага. Это у нас наносит 3 единицы урона. Если... Так, если зомби есть на каждой линии, наносит двойной урон. То есть получается 6 единиц урона, да? На каждой линии это считается здесь. И вода тоже, кстати, считается. Так, орех призадумался. Че он думает-то там? Он думает, блин, как же я сфейлил свои орешки, да? Опа, опа, опа. Так, парнишка, давай-ка мы тебя оставим без атаки. Отлично, так, потом, наверное, бомбанем вот этим, да? Или он усилит его, я не знаю, что он будет сейчас делать. Если честно, пропущу ход. Ха-ха, прикрыл, да, орехом. Смотри-ка, что творит. Хорошо, допустим. Так, и этих тоже прокачает, да? Каждого причем, блин. Так, ну что, мы с тобой вот этого ханурика уничтожим. Погнали. Я знаю, что эти ребята будут прокачиваться. Но ничего ты с этим не поделаешь. Давай вот так вот я сделаю. Отлично. Так, они прокачиваются после каждого хода, да? Так получается. Так, ну мы еще, естественно, сейчас поставим. Ага, вот так решил. Хорошо. Так, кто у нас тут выпадет? Блин, да ну. Ну ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Нахер этот ушлепок, блин, появился? Вот скажи мне, наверное. Нахера он мне здесь нужен? Ну давай сделаем вот так.
пока все. Че, у него еще, наверное, груша там, я так понимаю, есть. Ага, вот так делает. Здесь все-таки понижение сделал, да? Хреновенько, кстати. Так, ну что, давай тогда вот таким вот образом заклепаем. Поехали. Естественно, естественно, защита срабатывает. Че у тебя там, неуязвимость или что ты там сейчас делаешь, я не знаю. Меня-то больше волнует вот этот вот чувак, который будет сейчас бомбить. Будет бомбить. Так, ну мы с тобой поставим, например, еще одного тренера, да? Вот сюда вот. А вот как с этим? Блин, только не говори, что это мои проблемы опять. Соперник отключился. Друзья, это что-то с игрой, ты понимаешь? Не может, ну не может, ребята, он так отключиться просто на пустом месте. Ну, по крайней мере, победу зачислили. Я тебе говорю, это у них сервера, видимо, глючат. Я думал, что проблема во мне, но видишь, уже сколько боев мы с тобой вот так вот выиграли. И видишь, опять черный экран, опять вот эта вот загрузка. Ну, согласись, имею право отыграть хотя бы таким халявным способом все свои битвы, которые профукал. Именно тоже из-за этого бага. Так, убираем вот это вот. Заманчиво, заманчиво, ладно, я оставляю. Поехали. Помнишь, я тоже играл там. Чувак завис. И я смотрю, думаю, да что ж такое, он завис-то, блин. Победа сейчас будет за мной. А бац, а зачислили проигрыш мне. Вот так вот. Короче, чудит. У нас игрушка. Блин, сейчас кто-то вылупится здесь хреновенький. Кто? Да ладно. Быть такого не могить. Да? А если вот так вот сделаю? Какие... Какие чудеса-то ты здесь творишь? Ну что мы с тобой сделаем? А мы можем две вещи сделать. Можем понизить здесь атаку. Чпок. И все. Только понизить атаку. Блин, он сейчас может свой этот бомбануть сюда, да? Да-да-да, так скорее всего и будет. Ну, если я сделаю вот так вот. Что он там делает? Ох ты. А для чего ты это делаешь, парнишка? Для чего? Я пока не знаю, ребята. Но у него, видимо, свои тараканы. На хилах, если честно, я еще не видел подсолнуха. Но этот ландшафт мне совсем не нравится. Что-то у него с бонусом связано, скорее всего. А вот что? Ах ты, жук ты хитрый. Ну давай я сделаю вот так. Давай я сделаю вот так. Угу. Допустим. Что там у тебя? Все зомби на земле? Ради бога, делай вот эту вот фигню свою. Так, наверное, нам надо сделать вот так вот, чтобы просто не получить урон. Поехали. Так. Окей. Так как мы атаку не можем нанести, поэтому сделаем вот так. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать теперь вот таким вот образом. Опачки. Опачки, что же ты творишь? Погнали. Тыдыч.
Минус. И срабатывает у него защита. Шампиньоны размещаются, да? Хорошо, что сюда упал один шампиньончик. Что дальше нам сделать? Давай сделаем вот так. Что там? Уничтожение всех на земле, да, ради бога. Поехали. Так, сейчас в лобешник. Итого 10 хп у тебя остается, да, парень? Отлично, отлично, идем. Теперь я думаю, наверное, сделать вот так. Уничтожаешь, ради бога. Так, ага, вот так ты сделал. Не, давай-ка вот без этих выкрутасов, пожалуйста. Все, он сдался, короче. Ну, бло. Отлично, друзья мои, 31 ранг, мы взрючили с тобой. А вот здесь победу не засчитали, ребята. Смотри. Просто 2-5. Каким образом я должен, извини меня, здесь подниматься? Крипер 246. Хорошо, Крипер 246. Вот это вот лишнее. Давай тогда тут уберем. Оставлю я, наверное, этого магистра. Думаю, что он мне пригодится. Так, соперник вытягивает стартовые карты заново. Слушай, ну вот это вот хороший удар, друзья мои, на самых... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты глянь, что вытворяет, а? Парнишка-то. Давай только без прокачки своего вот этого желудя. Ага. Вот что он делает. Так, секунду. Блин, ну уменьшить ему атаку. Ну смысла я пока не вижу. Так, это забираем. Что дальше? Что дальше мы с тобой можем сделать? Давай я вот сюда поставлю. Допустим. Увеличивать здоровье. Давай, увеличивай. Все? Бонусную атаку наносит. Погнали. Тынс. 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 Пропускаем. Так, что он будет делать? Мне нужно вот эту, ребята, использовать. О, спасибо большое. Это идеально было. Это было идеально. И самое главное, вовремя. Давай-ка вот этого вот поставлю сюда. Ага, ага, я тебя понял. Тыч, вынес, да, короче. А если я сделаю следующим образом? Вот так вот поставлю. Так, у него, блин, защита вот эта вот плешивая, бесявая стоит. Ты его прокачивать собрался? Ох ты, какой ты умненький, а. Ладно. Ну, мы его сейчас шваркнем, понятное дело, да? Так, иди отсюда. Тыдыч. Прекрасно. О, страж выпал еще. Слушай, ну это же вообще круто. Поехали. Ёк-макарёк, ты глянь. Ну и пока все. Ну что, вирус, наверное, будем делать или как? Сейчас посмотрим, кого он. Или нам придется на страже ставить защиту.
Ох ты. Мудро. Поехали. Тыдыч. Так, сейчас сработает защита, естественно. Куда же без нее-то? Так, и 4 в личика. Прекрасно. Я, наверное, вот так вот сделаю. Так, еще, да? Вылез. И тут ханорик. Ну, допустим. Что там? Неуязвимку берет? И бери неуязвимку. Короче, мы сейчас его смещаем сюда. Вот этого. Вот сюда вот смещаем. Плюс делаем вот так вот. Окей. Плюс вкачиваем вирус. Ну и, наверное, пока все. Поехали. Бамс, бамс. Дальше. Так, я пропускаю ход. Мне очень интересно, что он будет делать сейчас. Ха. У нас с тобой есть понижение атаки. У нас есть защита. Какие у него шансы? Оу. Вот он что делает, ребят. Вот он какую пакость сделал, да? Ну что, захилялся, все? Довольный? Так, короче, уничтожаем. Здесь понижаем. Даже так. Ту-ту-ту-ту. Ну что, поехали. Сделаем с тобой таким-то образом. А здесь сделаем вот таким образом. Так, что же можем с тобой еще сделать? Ну, я думаю, как вариантик вот здесь еще уничтожить. Погнали. Угу. Так, двигаемся дальше. Блин, сработает у него. Твою налево, ну что там? Псих-удар у тебя, да? По земле. Естественно. Давай-давай-давай, это бесполезняк. Галимый причем бесполезняк. Ну что, друзья мои, вот, видимо, и пришла его смертушка. О-хо-хо-хо-хо, огурец. Ну давай, 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 давай. И все? А вот этот ты... Тебя умоляю, блин. Все, крышка тебе, парень. Че-то вообще затупил парнишка, не то начал делать, если честно. Так, мне присвоить победу или нет? Надо же. Спасибо. Одну. А про те победы сказали: парень, мы тебе прощаем, забудь про них, да? Опять. Что у них? Я когда, кстати, играл? Вчера или позавчера, ребята? Одни зубостизилы против меня. Одни зубостизилы выступали против меня. Я охренел просто. Из, ну, 20 боев, наверное, я не знаю, там 15-13 зубостизил. Прикинь? Я офигел просто. Не нравится мне вот эта вот пакость, которая тут вылезла. Зачем ты ее сюда поставил? Что у тебя там за фетиш, а? Скажи-ка мне на милость. Мне некого поставить, сейчас посмотрим. Утягивай две карты. То есть у тебя с картишками что ли так туго, да? Да ёк-макарёк, ты достал, а? Блин, наверное, не стоит. Или стоит? Да нифига не стоит, ребята. Колоды, они где-то насмотрятся одних и тех же колод, понимаешь? И начинается вот у них вот эта вот фигня. Своего ничего придумать не могут. Это же где-то мы видели уже. Вот только что Бонгчой был. Почти с такой же колодой. Что он там делает?
Да, конечно, ага. Так, а мы ему понизим? Понизим. Замечательно. Блин, урона, конечно, получаем сейчас, но фиг с ним. Так, что дальше? Даже и... Что дальше тут сделаешь? Давай вот так вот. Сумоист, это хорошо. Вот сюда его поставим. Этого, по крайней мере, можем вытащить, да? Че, у него, наверное, психудар есть по земле, я так понимаю. Ага. Ну, хлыщ, иди сюда. Да выезжался. Погнали. Нормуль. Так, теперь мне надо этого как-то достать. Как вот ты его достанешь? Скажи мне, наконец-то. Ну, если я сделаю вот так. Кактус. Растение получает плюс 3. Хрена ли себе, парнишка, ты позволяешь такого, а? Поехали. Как ты меня заколебала, а? Стоит там и пшикает. Что сделать-то? Так, может быть, бомбануть? Или вот так все-таки сделать? Не знаю. Опять этот гриб подосильник. Себя, наверное, лучше, да? Нет. Странно. Так, блин, мы сейчас получаем с тобой столько урона, ребят. Твою налево. Ё-моё, да ладно. Охренеть, друзья мои. Это же надо, ему повезло как, а? Вытащил бонусную атаку. Блин, только получил победу, и на тебе, забрали заново. Да иди ты в пень, блин, уже раздражаешь нахрен. В шоке просто, блин. Вот дают какую-то херню, вот серьезно тебе говорю. Ну что это такое, ну? Пипец. Колоду менять пока не хочу, ребят. Да ладно, блин, сразу вот так вот подсолнух начал. А мне-то что делать? Давай вот так вот сделаем. Будет он его как-то прикрывать? Наверное, будет. Три энергии, ёпаню. Да вот, конечно. Так, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Допустим, допустим, ребята. Дальше, сумоист. Сумоист пойдет сюда. Ага. Что делать-то будем? Ну давай его перекинем. Пускай он здесь стоит. Окей. Вот так вот я сделаю. Ага. Это славно, друзья мои. Это очень славно. Что, давай защиту ставить? Поехали. Так, сюда ударчик и сюда ударчик. Как он заколебался своими солнышками, а? Ну,
Давай вот так вот сделаю. Еще и залечивается, что ли? Справик? Ну давай, предположим, я сделаю вот так вот. Хрен с ним. Король. Ну еще вот так вот сделаем. Поехали. Уничтожит, да? Да ёпрст, сейчас, блин, свой солнечный удар влепит. В кого превратишь? Здесь. Окей, отлично. Пропускаем ход. Блин, у меня такие эти. Уничтожает зомби. И все? И все? Давай так его сделаем. Поехали. Блин, этого уничтожат. Опять рыцарь, да? Рыцарь круглого стола. Что он там поставит? Он сюда сейчас влепит своих грибов, расплодит, наверное. Блин, лишь бы короля мне этого не трогал, и было бы все хорошо. Так, груши две. Ну, ладно, допустим. Два грибочка сделает. Все? Два грибочка сделает. Ну, один... подожди. У нас защита с тобой, так что нам как бы не страшно все это дело, да? Получается. Мы можем с тобой... Ну, давай вот здесь, наверное, уничтожим. Или как нам лучше сделать? Ну, да, наверное. Хотя... Хотя подсолнух здесь будет излишним. Как по мне. Так. Так. Ну, тут мы получаем сейчас урона с тобой. Этот превращается в зомби. Это же спортсмены у нас, насколько я помню, да? Идут. Насколько я помню, это идут как спортсмены у нас. И как раз под вирус. Это все должно пойти очень хорошо. Ну давай, что ты там, блин, теплишься, стоишь? Вирус, вирус. Этих мы убьем. Этого тоже уничтожим. Видишь, что творит? Видишь, что он вытворяет? Сейчас еще один у него какой-то тут, да? А, нет, вот как ты делаешь. Двойная груша, что ли? Так, погнали. Жалко, не могу еще вирус поставить. Так, с удовольствием бы влепил бы. Так, что он сейчас делает? Сюда бомбанет? Ну, естественно. Топ сомневался, ребят. Так, сейчас мы ему наваляем здесь чутка. Так, тут тоже сделаем зачистку. Прекрасно. Ну, я предлагаю сделать следующим образом. Вот так.
что, грибами решил все заплодить? Да хильнуться решил даже еще. Ох, какой ты молодец. Ты думаешь, это тебя все спасет? Ладно, если ты так решаешь. А, у него может быть нет, молекулярочки нету, к сожалению. А может быть, к счастью. Ну что, ребята, делаем следующим образом. Бумс. И вот так. Я думаю, тут излишне что-то говорить. Поехали. Удар, ему крышка сразу же. Все. Так, присвоит мне победу или нет? Присвоили. Так, еще два. Два, ребята, нужно. Два поединка выигрышных. Не абы что, я бы как, а выигрышных два поединка. 35-й ранг. Это у нас доспешки. Точнее, орешки в доспешке. Погнали, погнали. Даже не знаю, может быть. Ладно, потерпим. Стражем в любой момент можем выставить. Он нам пригодится. Попробуем пока вот до этого дожить. До джентльмена. Хотя, если вставить через это, но опять же, если у него дубина там есть. Так, ну он выставляет. Понятно. Свой орех, короче, он выставляет. Давай так вот сделаем. Что будем делать? Пропускаю ход. Будет менять, интересно, ландшафт. Наверняка у него есть шипастая лужайка. Я ее так обычно называю. И он, по идее, наверное, поменяет. А может быть, поменяет, но не сразу. О, да он на отхилах, друзья мои, идет. Он идет на отхилах. Так, пропускаем ход. Ты видишь, почему я пропустил ход? Ой, как хорошо-то. Давай, 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 давай. Прокачиваешь, да? Все, хорош. Солидно начали. Все козыри сразу выкинул на стол, да? Ну и, соответственно... Соответственно, начал фейлиться. Давай, сделаю вот так и вот так. Меняет, да, ландшафтик. Окей, окей, поменял. Погнали. Ну-ка, давай-ка я сделаю вот так вот. Угу. И вот так. Ох-хо-хо. Ну ладно, допустим, ребята. Да ладно, пускай наносит урон. Мне, в принципе, это не принципиально, если честно. То, что это он орех здесь, конечно, влепил, это не очень хорошо. Так-с, что мы можем сделать? Давай сделаю вот так вот. Джентльмена подставим. Ух ты, неуязвимость берет. Еще один. Так, ну этого мы сносим, да? А как мы его сносим? Не знаю, как мы его сносим, ребят. Никак. Единственное, что я могу сделать, это вот так вот. Пока. Что, поехали? Т
Так, сейчас прокачаемся еще чуткарик. Пропускаем ход. Блин, конечно, паршиво. Он там карт себе нахапает. Четыре и выше. Зашибись. Зашибись, друзья мои, он сделал. Я тебе скажу. Вот это он подставил меня, блин, сейчас. Прикинь, подстава сейчас какая была, капитальная. Так, ну этого говно мы с собой уничтожим, понятное дело. Пускай там даже не надеется. Так, ну а здесь, естественно, защита. Окей. Блин, достанет он. Вот, блин, ну слишком поздно, ребята. Уже ландшафт этот. Будем честны, да? Хреново. Блин, его не подбить ни хрена. Ну тут я сфейлился, короче. Так, ну здесь понятно, меняем с тобой, да? Погнали. Так, два в лицо. Что тут у нас? Ну давай вот так сделаем, хрен с ним. Еще по шеям получил. Так, магистр кислых щей. Магистр кислых щей. Давай сюда его поставим. Come on! И сделаем с тобой, наверное, вот так еще. Меняем, да? Окей. Так, ну что, этого кончаем, да, с тобой? Конечно, кончаем. Поехали. Да ёпрасете, блин, с этой защитой грёбаной, он достал уже, блин. Ну и чё? Охренеть. Ну чё, ребят, тут фейл, все тут. Сделать я уже ничего не смогу абсолютно. Ну давай вот так вот поставим с тобой. И все. Больше я здесь ничего сделать не смогу. Блин, постоянно, как только я бомблю, у него, блин, защита срабатывает. У меня хрен, ты посмотри, он меня разнес, у меня даже, блин, защита нет, не потратилась. Как вот это вот может быть, что, блин, у меня нет здоровья, а щиты все целые? Уж шлепки, блин. Ну давай, ё-моё, там, блин, сопли жует опять. Тут мне ничего не поможет, ребята. Он, видишь, он меня подколол, когда сделал вот эту вот, как ее сказать-то, бомбу. Уничтожает зомби 4 и выше. Это, конечно, он офигеть подосрал. Причем у него эти охламоны стояли на месте, да? Они там сколько, 2-3? Он их оставил целыми. Да что он там специально живет до последнего, да? Ожидание. Я жду, жду. Сейчас специально, ребят, на последних секундах. Ну это выпендрешь уже.
Или что, он вылетел? Вылетел? Зашибись, ребята. Ну тут, если ты пойми, что здесь мне в любом случае крышка была бы. Тут без вариантов. Это вообще, это... Просто чувак вылетел, а может быть пощадил, я не знаю. Ну, там, конечно, без вариантов. Вот этой вот бомбой он меня, конечно, круто наказал. Когда он ее выпустил, и, соответственно, она уничтожила всех моих прокачанных зомби. Это, конечно, да. Ладно, ребята, если мы с вами сейчас умудримся как-то победу получить. Ну, даже если мы получим победу, очень было боев таких, знаешь, фейловых, на самом деле. Так, что это ты явился, гадюныш? Блин, и поставить некого, прикинь? У меня вот есть вот эта вот фигня. Так. Что за выкрутасы, я не понял, ребята. Мне некого поставить, ну типа некого. Сейчас промолчим. Будет прокачивать кого-нибудь, нет? Так, на росточках, что ли, ты решил сыграть? Что-то, ребята, он тут чадюет. Непонятно, что, правда. Все, валяйтесь. Там такая штучка прилетела. У нас есть с тобой хилочка, да? В принципе, мы можем что сделать? Можем сделать вот так вот. Потом хильнуться. Гадюныши, а? А он будет их прокачивать, ребята. Угу. Он их будет прокачивать. Именно этим он и занимается. Поехали. Так, а нам сейчас три прилетит в лицо. Что будем делать? Давай вот так вот сделаем. И вот так. Угу, против Гаргантюа. Такс. Смотри, смотри, что вытворяет. Так, что я могу здесь сделать? Да ничегошеньки. Могу только... ага, смотри. Вот что я могу сделать. Погнали тогда. Так, обменочка. На-ка. Тю-тю-тю-тю. Что дальше делаем? Блин, какой-то горелый. Так, я даже... Что-то, честно говоря, даже не знаю. Ну, давай вот так вот я... Влеплю. Угу. Прикрылся, да, значит, все-таки гаденыш. Слушай, он мне, по-моему, сейчас откинет обратно, нет? Нет, ну куда он меня не откинул? Четыре и три, да? Семь получается. Сделаем тогда так с тобой. И вот так. Так, прокачивай, да, голодранцев своих. Погнали. Бумс. Так. Ну что, ребята, продолжаем, продолжаем бомбить. Так, поехали. Ох ты. Гляди-ка, что у него тут есть. Так, ну что я могу сделать? Я могу сделать вот так. И вот так. Все, понятно, короче. Понял, что это бесполезняк. Ну что, друзья мои, ну, вот здесь была честная победушка на самом-то деле. Надеюсь, победу мне присвоит. Ну,
Друзья, ну вот это вот как понимать? Где моя честная... Честная победа? Куда они ее забрали? Я в шоке. Или у нас как? Только через... Через три победы у нас присваивается. Ладно, фиг с ним, ребята. Шутки в сторону. Ну, давай попробуем так. Давай попробуем. Подсолнышек. Блин, ты серьезно? Блин, он сразу начал с ним... Что это? А мне даже ничего не поставить, ребята. Прикинь? Вообще ничего не поставить. Ну давай сделай вот так вот, хрен с ним. Это фигня, пускай там наяривает. Так, отодвинем его сюда, куда-нибудь подальше. Поехали. Так, три получаем лицо. Понятное дело, сколько там, три единицы, да? Ну давай так сделаем. Так, он сейчас опять эту тыкву, да, наверное, поставит? Нет. Слушай, он меня так разнесет сейчас в хлам, блин. Не, бомбануть-то нечем. Давай так попробуем. Пумс. Да, допустим. Все зомби получают плюс два. Ну давай вот так вот поставим, фиг с ним. Что он там будет мутить, не знаю. Ага. Вынос мозга сделал, прикинь. Блин, вот где стражи, которые мне нужны? Вот скажи мне, пожалуйста, вот они, блин, сейчас нужны, как я не знаю что, ребят. А их ни хрена нету. Понимаешь, стражей нету ни хрена. Ну у него сейчас молоток там или что там будет, чтобы он, ну видишь, в лицо. Даже так делает, прикинь. Просто бомбашит в лицо, в наглую. Так, вот это хорошо, вот это ты вовремя сделал, парень. Погнали тогда. Так, что у нас тут делает? В сезоне получает 2 плюс 2. Угу. Давай-ка я пока ничего не буду делать. Так, наносит 3 единицы урона. Все, ты, может, успокоишься на этом? Гляди, блин, он не успокоится никак. Поехали. Пим-пим-пим. Что там зажужжало, засвистело. Так, теперь надо смотреть, ребята, что у нас из этого получится. 5-7. Хух. Великолепно. Вы мне победу присвоите или нет? Ну, наконец-то, ребята, наконец-то. 32-й ранг, можете плясать и радоваться. Я охреневаю, блин. С этого, мои нервы расшатаны. Просто трындец как. 32-й ранг. Сколько у нас по времени ушло, я не знаю. Если брать еще ту серию, которая вышла первее этой, совокупно часа 2, наверное, 3. Хотя на телефоне, когда я играю, у меня быстрее все это проходит. Намного быстрее. Ладно, друзья мои, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!